Скончалась любимая актриса. Вся страна скорбит о такой утрате. Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни, сообщила журналистам бывший администратор актрисы Галина Горбенко. Людмила Алексеевна скончалась, сообщила Горбенко. В конце февраля Лядова была госпитализирована с коронавирусом в столичную клиническую больницу номер 52. Позднее ее перевели в реанимацию. Пианистка, композитор, певица Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.